На обзор покупочки прикупил. Вареная колбаса оливье. По карточке 69,99, 450 грамм. Дед Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарок нам принес? Ага, колбаса без мяса. Главное, на первом месте вот так мелко написано. Это мясо свинины, потом это мясо, чего там еще мясо, а птицы, механическая обработка. Ну, крахмал там, в скобках, шкурка свиная с водой. Ну, с этого надо было начинать. Я не могу. Колбасой это пахнет, конечно. Ну, третий сорт не брат. Для оливье пойдет, конечно. Ну, колбасу вроде похоже. Ну, 4-5 из 10. А без хлеба. Зачем крахмалу хлеб нужен? Шучу. При этом всем аппетита, хорошего настроения, доброго дня, позитивчика всем. Ну, больно вкусная колбаса. Типа хлеб с огурцом. Ну, такой только на хороший любитель. Еще раз всем позитивчиком. Хорошего настроения.